Illumination. Lobby lobby lubule. Illumination. La cavalerie. Illumination. Садитесь. Поудобнее, чудесно, приготовьтесь и держите своих смурфиков открытыми, приключение вот-вот начнется, позвольте мне рассказать вам любопытную историю о волшебном зеленом камне и его использовании в качестве тюрьмы, но сначала позвольте мне представить ту, которую мы действительно должны упомянуть, о нашей любимой герой под рукой его новое великолепное изобретение, чтобы вся деревня могла веселиться без боли в руках. Эта чудесная машина способна выпекать с помощью новой смеси смурфа. Рецепты. Детская игра в глазах смурфа. Прекрасные пирожные в пути. Сладкие угощения для поддона такой нуждающейся, включая тягу нашего друга. Жадный. Но смесь смурфа, кажется, нуждается в ремонте. Он делает не пирожные, а маленький микроир, и он в лаборатории крадется. О, посмотри за спиной папы смурфа, он достает книгу заклинаний, чтобы решить свою проблему. Он находит одну ответ. Один, он может создать что угодно из волшебного зеленого камня, но что-то не так. Ценный предмет улетел, это камень в руках худшего волшебника, которого когда-либо знал мир, боясь, что он так удобен, и пара друзей быстро незаметно отправляется к врагу. Наши бедные смурфики не знают о грядущей опасности, пока они ищут камень и дом врага. И кто сказал, что вы можете смурфить здесь? Я говорю папе Смурфу, что никто не заставляет вас шпионить за нами или следовать за нами. Мозги, хватит ссориться, давай быстро, давай разделимся и смурфируем зеленый камень. О, я надеюсь, мы найдем много вкусного. Окей, небольшого постукивания молотком должно быть достаточно. Упс, возможно, я слишком сильно смурфил. Когда папа Смурф услышал, что ты был здесь, перестань быть смурф радость. Эй, смотрите, я нашел яблоко, но оно не зеленое, это нормально. Эй, ребята, я думаю, у нас проблема, наконец-то немного света, я не могу ничего здесь смурфить, что все это здесь такое рваное. Ох, еще крысы, вы приутили, я не поймал Азраила, быстро нам пора уходить, а теперь вау, смотри, куча фейерверков, что здесь происходит, надоедливые оскорбления, это ты снова, Израиль, поймай. Их. О, привет, мы смурфики, хватит Линк. Ади остроумие, давай, идиот, что ты? Натворил, нет, вернись, имя Смурфа. Что это было от меня, Элапзис ИСЗ? Энд. Презренная маленькая синяя ферма. Ты понятия не имеешь, что ты сделал, извини, это так плохо, как кажется,
Конечно, я использовал зеленый камень в своих экспериментах по алхимии, и результаты были очень удивительны. О, я отделил материал от объекта, а затем собрал его заново сразу после того, как даже превратил цветок в своего рода скользкую лужу. Но какой смысл делиться своими драгоценными знаниями с группой рекламных блогов? Ну да ладно, это все очень обнадеживает. Означает ли это, что это существо было внутри него? Нет, вы глупые идиоты, поэтому я боюсь худшего, если оно будет иметь те же силы, что и камень. Но я не знаю, кто это был, у меня не было времени на смурфинг. Согласно древней легенде, существа, которые смурфируют из магических предметов, редко бывают дружелюбны. Я согласен со Штормом, мы должны спросить папу Смурфа, и быстро, а нет, мы не можем себе представить, как он будет ругать меня, когда услышит обо всем этом. Но мы не можем просто служить. На этот раз приготовь всех смурфиков на блюде, мне все равно. Ситуация меня так беспокоит, что ты меня меньше всего беспокоишь. Если бы папа Смурф был здесь, он бы нас смурфировал. Что делать? Возможно, у меня есть идея. Создать союз. Союз замечательный, мы все будем друзьями, об этом не может быть и речи. Гаргамель, ты великий алхимик, а я тем временем собираюсь приложить все свои усилия к улучшению Сморфа Умиайкс. Что, почему вы все так на меня смурфите? У вас есть идея получше? Нет, нет, но я должен сказать, что мне это не очень нравится, Эйч. Если существо смогло покинуть камень, оно должно быть в состоянии вернуться обратно. Ну и что, если ему не нравится там находиться? Эй, нам, вероятно, следует сначала спросить его. Нам нужно его найти, а затем мы сможем попытаться провести дружескую беседу. Он телепортировался через этот портал. Ты должен иметь возможность следовать за ним. Я слишком большой, чтобы подходит. Ты просто напуган здесь. Ты можешь узнать что-то там, в деревне, и не слова остальным, Гарл может меня услышать. Привет, Шторм, ты слышишь нас громко, и Смурф, звуковое кино со смурфиками работает отлично. О, так что же происходило через портал? Как Смурф, это смешно, я позвоню тебе, если увижу что-нибудь странное. Привет, Хаб, по всему лесу появились какие-то кристаллы, такие как мой зеленый камень. Нет, на самом деле они одного цвета, но гораздо больше, у них тоже есть эти черные пятна внизу. Привет, можешь ли ты меня смурфить? Я вижу хижину в очень плохом состоянии, крыша вся обрушена, будьте осторожны. Внутри хижины, затерянной в лесу, с поврежденной крышей могут быть люди, тогда это, должно быть, старый сожженный дом Форка, он фермер. Я достаю свои тыквы с Хэллоуина, я смурф тыквенный суп, ням. Ты шутишь, эти тыквы все заплесневевшие. И все это бэй, жалуюсь, это напоминает мне кого-то, но кто это может быть, что ты пытаешься сказать в глаза? Эй, сейчас не время смурфить вверх, я подхожу к хижине, мы увидим. Привет, Шторм, что за смурф, мы думали, мы слышали, как вы кричите, я в порядке, ребята. Но земля рухнула у меня под ногами, и я упал далеко. Что вы видите? Вокруг вас есть река и немного воды, я мог бы использовать их, чтобы ходить по воде. Здравствуйте, ребята, Стус прямо передо мной. Отлично, поговорите с ним, возможно, он не так уж и плох. Опять же, не нужно шептаться. Я слышу, как вы разговариваете со своими фанатами. Ох, ох, извини, меня зовут Шторм, у нас не было времени представиться. В любом случае, я должен сказать, что ты не облегчил мне задачу. Почему я должен быть с тобой вежлив? Ты все равно, ты только хочешь, чтобы использовать меня. Используй тебя. Нет, ты не прав, я просто хочу с тобой поболтать. Например, можешь ли ты смурфить меня? Что ты ищешь? Что я ищу? Я хочу навсегда освободиться от зеленого камня. Вот что я ищу, ха. Ну, может быть, мы могли бы помочь тебе. Помоги мне. Это новый, я полагаю, ты хочешь помочь мне, только объединившись с этим злым алхимиком. Так что у меня нет времени на болтовню, а ты даже не стоишь. Бой, подожди, ты ошибаешься, мы не объединились с ним, ну, вроде как. Но это не то, что ты думаешь, ну, тишина, повеселитесь с моим творением. Еще одна версия меня, которая, надеюсь, преподаст вам урок, а нет,
Катастрофа со смурфами. Эй, ребята, можно ты слышишь меня? О, все, идет не. Так, а Шторм, я рад видеть тебя снова. Хотя я бы предпочел, чтобы все было в более счастливых обстоятельствах, это была моя вина, папа Смурф, не вини Шторм. Неважно, что сделано, то сделано, у нас есть дела поважнее, расскажи мне об этом, так что избавь меня от извинений. Давай разберемся с этим проклятым существом, а оно все еще на свободе, это существо зовут Стус, и я готов поспорить, что это ты раздражал его со всеми своими смурфиками. О, мы снова идем, это все моя вина, давай, давай, сконцентрируемся, пока ты был в лесу. Гаргамель и я Смурф, некоторые исследования показали, что он хотел освободиться от оков зеленых камней, что казалось нам странным, потому что казалось, что он только что сбежал от него. Но нам нужно думать об этом, как о Джинне, смурфирующем из своей лампы, даже если он снаружи. Его как будто невидимая цепь привязывает к нему, поймите. Не нужно быть гением, чтобы понять, что этот зеленый камень, это камень из плена, и существо все еще привязано к нему. О, мы можем сделать новое из фрагментов, которые я собрал в лаборатории, и магических веществ, которые вы распылили на существо в лесу, когда вы разбили эти странные кристаллы, а затем мы сможем посмотреть это, навсегда возместить ущерб, который он причинил, и вернуться к нашей собственной жизни. Совершенно верно, я уверен, что есть другое решение. Нет, нет, нам действительно нужно услышать мнение каждого смурфа, мы должны действовать, это существо уничтожает все на своем пути. Успокойся, нам нужно подготовиться к тому, что будет дальше, нам нужно смурфить порталы, которые нас открыли, мы также должны возместить ущерб, который он причинил, и снова смурфить эту волшебную сущность. Ты можешь рассчитывать на нас, папа Смурф. Со смесью Смурфа, мы определенно готовы для работы. Приятно снять его время от времени. Эй, Шторм, можешь одолжить мне штуку Смурфа? Я тоже хочу ее смурфить, если хочешь. Да, но не нажимай на кнопки. Это просто как... Игрушка, привет, ребята, я вижу несколько мини. Зеленый свет, эй, я уверен, Столас пришел, это, ну, то есть, если свет был зеленым для него, слишком вовремя, ты должен немедленно вернуться в Хав, нет, я не люблю Гаргамеля, ты можешь смурфить нас. Громко и смурф, я не думаю, что он сможет нас смурфить, нажать кнопку на звуковом кино смурфе, когда ты смурфишь. Конечно, я слышу их, о чем мы смурфируем. О, ему лучше быть осторожным, стой, должны быть рядом. О, я понял, ты притворяешься, что ты меня не слышишь. Мы тебя прекрасно слышим, и сейчас не время играть, оглянись вокруг. И как только ты увидишь одного, прыгай и возвращайся к нам, но найди портал, в который можно прыгнуть. Да, ладно, смурфи ты. Нажми кнопку на звуковом кино смурфе, когда ты смурфишь. Привет, ах, не кричи, мы тебя хорошо слышим, ты имеешь в виду, что он наконец-то придумал, как использовать разговор с Мурфи, но, очевидно, это игра с Мурфи, я вижу два пути, и я не знаю, какой из них выбрать, можешь ли ты описать нам два пути, направо путь ведет к темной расщелине, которая очень плохо пахнет, налево, там мирно и красиво, как он не знает, было ли это. Умный шпор, его бы назвали умным. Правильно, возьми тот, что слева. Да, он выглядит более мирным, это правильно. Определенно не иди направо, почему? Я не могу пойти направо, но, потому что это выглядит более страшно, не так ли? Знак вопроса, чтобы сделать это сложное дело своими руками, иди по хорошему пути, найди портал и вернись сюда. Мне здесь в любом случае веселее, чем в доме Гаргамеля. Так что я иду. Направо, о, вот ты снова, здравствуй. Еще один, что ты делаешь, вот ты. Маленький коротышка, ты пришел шпионить за мной, Нет, я просто пришел немного развлечься. Ты хочешь поиграть со мной, я выгляжу так, будто мне весело, я могу научить тебя,
Если хочешь, это будет смурфластично. Нет, никто меня не учит, я не хочу иметь ничего общего с людьми, я не человек, я смурф, а как? Насчет тебя я в порядке, я не знаю, ой, магазин оставил тебя здесь, что? Нет, я был заточен внутри этого проклятого зеленого камня. О, это совсем нехорошо. Эй, ты не хочешь помочь мне вернуться домой? Я познакомлю тебя со всеми остальными. О, они очень милые, но, за исключением тех случаев, когда они притворяются, что не слышат меня, я не знаю, скажи да, возможно, ты хотел бы быть смурфом, как и мы, смурфы. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Окей, это потому, что я говорю о смурфе. О, это легко, ты просто смурф, смурф, а не ну и что угодно ты хочешь. Смурфить? Нет, ты пытаешься меня обмануть. Что да, если хочешь, ты можешь быть дураком. Смурфом я не думаю, что он существует. Я спокойно, ах, молчи, я вижу через твою игру, ты пытаешься поймать меня в ловушку, чтобы смягчить меня, но это не сработает. Готовься к битве, но лавина больше не сходит лавиной. Хорошо, это последнее, о чем стоит беспокоиться. Теперь у тебя есть шанс смурфить еще один портал. Должен быть тот, который вернет тебя в дом Гаргамеля. Не так ли, надо вернуться? Я еще даже не сделал снежного смурфа. Сейчас действительно не время, да ладно. Всегда есть время для веселья, если ты не завидуешь, эй. Я был в горах. Можем ли мы вернуться? О, можем ли мы вернуться? Посмотрим, но на данный момент не. Двигайся ни на дюйм, тупо и положи микс смурфа. Ты действительно не смурфи. Ладно, пока. Гаргамель наверху, давай поговорим о нашем плане. У меня есть идея, давай найдем столы и станем друзьями. Да, это идея, которая у нас была с самого начала. Мы пытались смурфить тебя, пока ты бродил по горе. Мы собираемся использовать всю силу магической сущности, полученной из столы, кристаллов, и перенаправить их на него. Другими словами, мы собираемся использовать его силы против него, начиная с того, что Гаргамель смурфировал зеленый камень, он же Эстус, он же все эти большие проблемы. Гаргамель хотел разделить материалы на отдельные объекты, поэтому мы думаем, что можно отделить столу от его сил, и это разорвет магическую связь к зеленому камню. Я согласен с этой гипотезой, но мы не уверены, что это смурф. Что нам терять? У нас мало времени, давай попробуем. Ты прав, мы должны быть осторожны. Гаргамель должен, мы не узнаем наши истинные намерения, иначе план My Smurf. Пора действовать. Давайте найдем Стуса и попытаемся убедить его, что мы не хотим ему зла. Я добровольно выберу папу Смурфа. Я пойду со Смурфом в качестве самого себя. Я смогу убедить, чтобы он прекратил делать все эти вещи. Вы уверены, что позволите мне напомнить вам о моих приключениях против Лив? Я не новичок в приключениях, и не забывайте, что мой мозг смурфтастический актив, когда дело доходит до непредсказуемого. Почему бы и нет, если Диви вернулся невредимым? Тогда ох нет, что за смурфская катастрофа? Привет, ребята, у меня плохие новости. Рай смурфов был полностью разрушен лавой, что уничтожило мою лаву. Да, вулкан поблизости, должно быть, извергся, но я думал, что он дремал веками. Думаю, что я смурфировал это место своими руками. Мы поможем тебе все это восстановить. А пока продолжай мозговить, продолжай. Столос, слушай меня, не важно, куда я иду, ты всегда следуешь за мной. Пожалуйста, я просто хочу поговорить, окей, я могу хотя бы дать ты, что после того, как ты приложил столько усилий, чтобы попасть сюда, я слушаю, я знаю, что ситуация довольно сложная и запутанная, но не обращай внимания на видимость. Только потому, что мы объединились с Гарлом, это не значит, что мы согласны с его идеей. У нас нет ничего общего, особенно когда дело доходит до дегустации одежды, еды, жестокости. И что ты сказал? Я знал, что ты злодейский маленький лжец, ты заплатишь за это. Не думай, что сможешь, он такой шутливый. Ну да ладно, лучше выключи это,
Слушай, мы, смурфики, хотим смурфить тебя, свободу, если ты этого хочешь, но сначала тебе нужно перестать разрушать все, что не является способом получить то, что выбора. Я не могу не доверяя существам, которым снова нужны мои силы. Я не могу себе представить, почему вы пришли к таким выводам, но у меня есть время, и я рад выслушать вас и помочь вам, откуда вы родом. Мы могли бы попытаться найти ваш оригинал мир, который, я представляю, тебя должны ждать люди. Насколько хорошо ты знаешь мир вокруг себя, чтобы прийти к таким оптимистическим выводам? Найди мир, из которого я родом, у меня его нет. Я был создан много лет назад алхимиком, я, что они называют, гумулюс. Я не человек и не смурф. Мое существование сводилось исключительно к служению этим алхимикам. Пока я рос и узнавал больше, мое восхищение сменилось страхом, а затем отвращением, поэтому я был заточен в этом камне плена, который вы называете зеленым камнем. Прошли годы, я путешествовал от одного алхимика к другому и оказался в руках этого гротескного лысеющего волшебника. Заглавная буква «Я». Понимаю, это, должно быть, тебя расстраивает. Заглавная буква «Я». Знаю, что тебе, наверное, тяжело, Смурфи, но я умоляю тебя довериться нам. Я никогда больше не оставлю свой судьба в руках другого. Впервые я обладаю такой властью, я так близок к достижению своей цели, я не собираюсь рисковать всем. Давайте закончим этот разговор, вы так слишком много знаете обо мне, у меня нет выбор, но остановить тебя сейчас, готовься. Немного шлепаешь по бороде папы Смурфа. Какая осень. Эй, мозговик, ты в порядке, Смурф? Очень хорошо, я никогда не был так рад видеть тебя. Не говори слишком рано, посмотри, что ждет. Назови имя Смурфа. Что здесь произошло? Я покинул один пустынный ландшафт, чтобы попасть в другой колодец после твоего боя со столами. Он телепортировался и смурфил прямо посреди хубеля. Он поговорил с нами, смурфами, сначала сказав, что он ничего не имеет против нас и что он было жаль, что папа Смурф пытался с ним поговорить, но он не слушал. А затем, как только он снова увидел Гаргамеля, он разозлил Смурфи и начал свой последний ритуал после того, что открыл мне Стоас. Я не могу его винить, но где же смурфики? Здравствуйте, мы здесь, умники, не волнуйтесь, все в порядке, меня просто немного тошнит. У нас действительно мало времени, если Стус сможет завершить свой ритуал, он полностью уничтожит Хап и нас вместе с ним, да и судя по тому, что я вижу, это уже идет полным ходом. Иди отдыхай, мозги, ты это заслужил, я возьму на себя управление сейчас. Ты уверен, что я все еще могу сражаться? Нет, это мое дело. Исправить то, что я начал, я настаиваю. Как это возможно? Как смеешь такое? Маленькое существо, теперь активируй камень плена. Нет, умоляю тебя, пожалуйста, не делай этого. Чего ты ждешь, несчастный Смурф? Поторопись, ты действительно думаешь, что я снова заключу его в тюрьму после всех этих лет? Нет, Гаргамель, мы не такие, как ты, Столас. Послушай меня, я обещаю, что мы отпустим тебя, держись крепче, это может стать немного ухабистым. Нет. Музыка. Стоп, хорошо вернуться на Solid Ground. Быстро поторопитесь, нам нужно убираться отсюда. Не думаю, что вы ошибка, ты несчастный СС. Эй, Карамель, как насчет того, чтобы поменяться бросками? Ах, ты заплатишь за это. Задача была долгой и сложной, но, наконец, все наши смурфики в восторге и снова сбегают от несчастного мага, оставив его в пене от ярости. Ярости на захваченной земле от ужасного заражения мы очистились.
участием смурфов, затем в деревню мы все вернулись счастливые от того, что прощение. Мы заслужили время, чтобы подготовиться к большому празднику и почтить наши дела и новые освобождение, но сначала у нас есть новый друг. Чтобы раскрыть и сделать это, нам, смурфикам, предстоит многое. Открыть, так что, по-твоему, столы, тебе понравился мой лакомый? Плюс, да, это было не так уж плохо, не так уж плохо, это не очень вежливо, и ты идешь, вечеринка начинается. Усаживайтесь поудобнее, чудесно, приготовьтесь и держите своих смурфиков рядом, приключение вот-вот начнется. Позвольте мне рассказать вам любопытную историю о волшебном зеленом камне и его использовании в качестве тюрьмы, но сначала позвольте мне представить ту, которую мы действительно должны упомянуть, а наш любимый герой, под рукой его новое великолепное изобретение, чтобы вся деревня могла веселиться без боли в руках. Эта чудесная машина способна выпекать с помощью новой смеси смурфа. Рецепты смурфа. Глаза, детская игра. Прекрасные пирожные в пути. Нуждается в газировке. Включая пристрастие нашего друга. Жадный, но смесь смурфа, кажется, нуждается в ремонте. Он делает не торты, а маленькие микро эклеры, и он крадется в лаборатории. О! Посмотри за спиной папы смурфа, он достает книгу заклинаний, чтобы решить свою проблему, в которой он находит только один ответ. Он может создать что угодно из магнитного зеленого камня, но смотри, катастрофа, ценный предмет улетел, это камень в руках худшего волшебника, которого когда-либо знал мир, боясь, что он так удобен, и пара друзей быстро незаметно отправляется к врагуху. Наши бедные смурфики не знают о грядущей опасности, когда они ищут камень в доме врага. И кто сказал, что вы можете смурфить здесь? Я говорю папе Смурфу, что никто не заставляет вас шпионить за нами или следовать за нами. Мозги, хватит ссориться, давай быстро, давай разделимся и смурфируем зеленый камень яблока. О, я надеюсь, мы найдем много вкусного. Окей, небольшого постукивания молотком должно быть достаточно. Упс, возможно, я слишком сильно смурфил. Когда папа Смурф услышал, что ты был здесь, Гринни, перестань быть смурфом, радость. Эй, я нашел яблоко, но оно не зеленое, это нормально. Эй, ребята, я думаю, у нас проблема, наконец-то немного света, я не могу ничего здесь шмурить. Тогда что? Здесь все такое рваное, ох, еще крысы, которых ты не поймал, Азраил, быстро нам пора уходить, а теперь вау, смотри, куча фейерверков, что здесь происходит, надоедливая ругань, это ты снова, Асра, поймай их. О, привет, мы смурфики, хватит играть про него, да ладно, идиоты. Что вы? Наделали, нет, верни свое имя Смурфа. Что это было от меня, Элапзис и СЗ? Энд, презренная маленькая синяя ферма, ты понятия не имеешь,
Что ты сделал? Извини. Это так плохо, как кажется. Конечно, я использовал зеленый камень в своей алхимии. Эксперименты и результаты были очень неожиданными. О, я отделил материал от объекта, а затем собрал его. Снова сразу после того, как я даже превратил цветок в нечто вроде слизистой весла, но какой смысл делиться своими драгоценными знаниями с группой рекламных блогов? Ну, это все очень обнадеживает. Подождите, значит ли это, что это существо было внутри него? Нет, вы глупые идиоты. Поэтому я боюсь худшего, если оно будет иметь те же силы, что и камень. Но я не знаю, кто это был. У меня не было времени к смурфу. Согласно древним легендам, существа, которые смурфы из магических предметов, редко бывают дружелюбны. Я согласен с Штормом. Нам следует спросить папу смурфа. И быстро, а нет, мы не можем себе представить, как он будет ругать меня, когда услышит обо всем этом. Но мы не могу хоть раз подать всех смурфиков Гаргамелю на блюде. Меня не волнует ситуация, меня так беспокоит, что ты меньше всего меня беспокоишь. Если бы папа смурф был здесь, он смурф нас, что делать? Я мог бы. Есть идея, как исправить нашу, я имею в виду свою, ошибку. Мы могли бы создать союз. Союз отличный, мы все будем друзьями. Не может быть речи, Гаргамель, ты великий алхимик. А я тем временем собираюсь приложить все свои усилия к совершенствованию смеси смурфа. Почему вы все так на меня смурфите? У вас есть идея получше? Нет, нет, но я должен сказать, что мне это не очень нравится, Эйч. Если существо смогло покинуть камень, оно должно быть способно уйти обратно. А что, если ему не нравится там находиться? Эй, нам, вероятно, следует сначала спросить его. Нам нужно его найти, а затем мы сможем попытаться провести дружескую беседу. Хм, он телепортировался через этот портал. Ты сможешь следовать за ним? Я слишком большой, чтобы поместиться. Ты просто напуган здесь. Ты можешь чему-то научиться там, в деревне, и не слова и остальным. Гаргамель может услышать меня. Привет, Шторм, ты слышишь нас громко? И смурф, разговоры со смурфиками работают отлично. О, так что же происходило? Как смурф-тестик, я позвоню тебе, если увижу что-нибудь странное. Привет, Хаб. По всему лесу появились какие-то кристаллы, такие как мой зеленый камень. Нет, на самом деле они одного цвета, но гораздо больше. У них есть эти черные пятна. На, тоже снизу. Здравствуйте, можете ли вы смурфить меня? Я вижу хижину в очень плохом состоянии. Крыша вся обрушена, будьте осторожны. Внутри хижины, затерянной в лесу, с поврежденной крышей могут быть люди. Тогда это, должно быть, старый сожженный дом Форка. Он фермер. Я возьми мои тыквы на Хэллоуин. О, я смурф, тыквенный суп, ням, ты шутишь. Эти тыквы все заплесневевшие, и все, что он делает, это Ви жалуется, что это напоминает мне кого-то. Но кто это может быть? Что ты пытаешься сказать за глаза, эй? Сейчас не то, пора все смурфить. Я подхожу к хижине, и мы посмотрим. Привет, Шторм, что там смурфили? Мы думали, мы слышали ваши крики. Я в порядке, ребята, но земля рухнула у меня под ногами, и я упал далеко. Что вы делаете? Вижу вокруг тебя река и немного воды. Я мог бы использовать их, чтобы ходить по воде. Здравствуйте, ребята. Стус прямо передо мной. Отлично, поговорите с ним. Возможно, он не так уж и плох. Вы снова не нужно шептать. Я слышу, как вы говорите, разговариваю с твоими фанатами. Ох, извини меня, меня зовут Шторм. У нас не было времени представиться. В любом случае, я должен сказать, что ты не облегчил мне задачу. Почему я должен быть с тобой вежлив? Ты все равно ты хочешь только использовать меня, использовать тебя. Нет, ты не прав. Я просто хочу с тобой поболтать, например. Можешь ли ты смурфить меня? Что ты ищешь? Что я ищу? Я хочу освободиться от зеленый камень во благо. Это то, что я ищу, Эйчну. Может быть, мы могли бы помочь тебе помочь мне? Это новый камень. Я полагаю, ты хочешь помочь мне, только объединившись с этим злым алхимиком. Так что у меня нет времени болтать, и тебе даже не стоит сражаться. Подожди, ты ошибаешься. Мы не объединились с ним, но у нас вроде есть... Но это не то, что ты думаешь. Ну, тишина, развлекайся с моим творением. Еще одна версия меня, которая, надеюсь, преподаст тебе урока. Нет,
Смурфтастрофа. Эй, ребята, вы меня слышите? О, все, идет не так. О, Шторм, я рад видеть вас снова. Хотя я бы не предпочел, чтобы это было в более счастливых обстоятельствах. Это была моя вина. Папа Смурф, не надо не вини Шторм. Неважно, что сделано, то сделано. У нас есть более срочные дела, скажи мне об этом. Так что избавь меня от извинений. Давай разберемся с этим проклятым существом. И оно все еще на свободе. Это существо зовут Стус. И я уверен, что ты был тот, кто раздражал его всеми своими смурфиками. О, вот и снова. Это все моя вина. Давай сконцентрируемся. Пока ты был в лесу Гаргамели, и я, Смурф, некоторые исследования показали, что он хотел освободиться от оков зеленых камней, которые казались для нас это было странно, потому что казалось, что он только что сбежал оттуда. Но нам нужно думать об этом как о Джинне, смурфирующем из своей лампы, даже если он снаружи, это как будто невидимая цепь, привязывающая его к ней. Поймите, не нужно быть гениально понять, что этот зеленый камень, это камень плена, и существо все еще привязано к нему. О, мы можем сделать новый из фрагментов, которые я собрал в лаборатории, и магических веществ, которые вы распылили на существо в лесу, когда вы разбили эти странные кристаллы. Ах, и тогда мы сможем искать его вечно, возместить причиненные ему ущерби, вернуться к нашей собственной жизни. Совершенно верно, я уверен, что есть другое решение. Нет, его нет. Нам действительно нужно услышать мнение каждого смурфа, которое у нас есть, чтобы действовать. Это существо уничтожает все на своем пути. Успокойся, нам нужно подготовиться к тому, что будет дальше. Нам нужно смурфить порталы, которые нам открылись. Мы также должны возместить нанесенный ему ущерб и снова смурфить эту волшебную сущность. Ты можешь рассчитывать на нас, папа Смурф. С миксом Смурфа мы определенно готовы к работе. Приятно снять его сейчас, а потом, эй, Шторм, можешь одолжить мне штуку Смурфа? Я тоже хочу ее смурфить, если хочешь. Да, но не нажимай на кнопки, это просто как игрушка. Здравствуйте, ребята, я вижу несколько мин. Зеленый свет, эй, я уверен, Стоис пришел, но, то есть, если свет был зеленым для него слишком рано, вы должны немедленно вернуться в Хав. Мне не нравится Гаргамель. Может, ты смурфишь нас, тупой, громко и смурфишь? Я не думаю, что он сможет смурфить нас. Нажми кнопку во время разговора о смурфиках, когда ты смурфишь. Конечно, я слышу их. О чем мы смурфируем? О, ему лучше быть осторожным. Должно быть, стой с поблизости. О, я понимаю, ты притворяешься, что не слышишь меня. Мы тебя прекрасно слышим, и сейчас не время играть. Оглянись вокруг, и как только увидишь одного, прыгай и возвращайся к нам. Найди портал, чтобы прыгнуть в да, окей, смурфит. Нажмите кнопку в разговоре смурфиков, когда вы говорите с смурфиками, когда вы говорите с смурфиками. Привет, ах, не кричи, мы тебя прекрасно слышим. Ты имеешь в виду, что он наконец-то придумал, как использовать разговор смурфиков? Ну, очевидно, это пьеса смурфиков. Я вижу два пути, и я не знаю, какой из них выбрать. Можешь ли ты описать нам два пути? Направо путь ведет к темной расщелине, которая очень плохо пахнет, а налево там мирно и красиво. Как он этого не делает, хорошо знаю. Если бы это была умная шпора, его бы называли умной шпорой. Направо, возьми тот, что слева, Тим. Он выглядит более мирным, это правильно. Определенно не иди направо. Эй, почему я не могу пойти направо? Ну, потому что это выглядит страшнее, не правда ли? Не усложняйте эту сложную работу своими руками. Идите по красивой тропе, найдите порталы, вернитесь сюда. Мне здесь в любом случае веселее, чем в доме Гаргамеля, так что я пойду. Направо, ох, вот ты снова, здравствуй. Еще один, что ты здесь делаешь? Беги, ты пришел шпионить за мной, Нет, я просто пришел немного развлечься. Ты хочешь поиграть со мной? Я выгляжу так, будто развлекаюсь. Я могу научить тебя, если хочешь. Это будет смурфастично. Никто меня не учит.
Я не хочу иметь ничего общего с людьми, я не человек, я смурф, а ты, я в порядке. Я не хочу, знай, эй, ты. Оставил тебя здесь, что нет, я был заточен. Внутри этого проклятого зеленого камня, о, это совсем неприятно, эй, ты не. Хочешь помочь мне вернуться домой, я познакомлю тебя со всеми остальными, о, они очень милые, но за исключением тех случаев, когда они делают вид, что не слышат меня, я не знаю, скажи да, возможно, ты хотел бы быть смурфом, как и мы, смурфы, я понятия не имею, о чем ты говоришь, окей, это потому, что я говорю о смурфе, о, это легко, ты просто смурф, смурф вместо ну, что хочешь. Смурфиш, нет, ты пытаешься меня обмануть. Я уверен в этом, да. Если хочешь, ты можешь быть дураком смурфом, я не думаю, что он существует. Яди, ах, потише, я вижу сквозь твою игру, что ты пытаешься поймать меня в ловушку, чтобы смягчить меня, но это не сработает, готовься к битве, но лавина. Больше не сходит лавиной, хорошо, что на одну вещь меньше, о чем стоит беспокоиться, теперь у тебя есть шанс, смурф, еще один портал, должен быть тот, который вернет тебя обратно в дом Гаргамеля, мне нужно вернуться, я даже снега не сделал, смурф, но, сейчас действительно не время, но, всегда есть время для веселья, если, ты не, ревнуешь, эй, я был в горах, он, может мы вернемся, ох, можем мы вернуться. Посмотрим, но на данный момент не двигайся ни на дюйм, тупо и поставь микс смурфа. Ты правда не смурфи, окей, пока. Гаргамель наверху, давай поговорим о нашем плане, у меня есть идея, давай найдем столы и подружимся. Да, эта идея, которая была у нас с самого начала, это то, что мы пытались смурфить тебя, пока ты бродил по горе, мы собираемся использовать всю силу волшебной эссенции из столы кристаллы и перенаправить их на него, другими словами, мы собираемся использовать его силы против него, чтобы начать с того, что именно Гаргамель смурфил зеленый камень Акастуса Акавсия. Эти большие проблемы Гаргамель хотел разделить материалы на отдельные объекты, поэтому мы думаем, что возможно отделить Сласа от его сил, и это разорвет магическую связь с зеленым камнем. Я согласен с этой гипотезой, но мы не уверены, что это смурф, что нам терять. У нас кончаются ресурсы, время, давай попробуем, ты прав, мы должны быть осторожны. Гаргамель не должен раскрыть наши истинные намерения, иначе план My Smurf. Пора действовать, давайте найдем столы и попытаемся убедить его, что мы не хотим ему зла. Я буду добровольцем, папа Смурф, я пойду, а Смурф украл себя, я смогу убедить его прекратить все это делать. Ты уверен, что умен? Позволь мне напомнить тебе о моих приключениях против Виллиста, я не новичок в приключениях, и не забывай, что мой мозг — это смурфтастический ресурс, когда он непредсказуем, почему бы и нет, если бы вернулся невредимым. Тогда Столас, послушай меня, неважно, куда я пойду, ты всегда следуешь за мной. Пожалуйста, я просто хочу поговорить, окей, по крайней мере, я хочу сказать вам, что после того, как вы приложили столько усилий, чтобы попасть сюда, я слушаю, я знаю, что ситуация довольно сложная и запутанная, но не позволяйте себе смущаться внешностью, только потому, что мы учим в команде с Гарамом, это не значит, что мы согласны с его идеями. Когда дело доходит до дегустации одежды, еды, жестокости, что ты сказал, я знал, что ты, злодейский маленький лжец, ты заплатишь за это, не думай, что сможешь, а он такой, смурф, ох, ну мне лучше выключить это, послушай, мы, смурфики, хотим смурфить тебя, свободу, если ты этого хочешь, но все, что не является способом получить то, что, к сожалению, у меня нет выбора, я больше не доверяю существам, которым нужны мои силы. Я не могу себе представить, почему вы пришли к таким выводам, но у меня есть время, и я рад выслушать вас и помочь вам, откуда вы пришли,
мы могли бы попытаться найти твой изначальный мир «Я», насколько хорошо ты знаешь мир вокруг себя, чтобы прийти к таким оптимистическим выводам. Найди мир, из которого я родом, у меня его нет. Я был создан много лет назад алхимиком Я-Я, то, что они называют гумулюсом. Я не человек и не смурф. Мое существование сводилось исключительно к служению этим алхимикам. Пока я рос и узнавал больше, мое восхищение сменилось страхом, а затем отвращением, поэтому я был заточен в этом камне плена, который вы называете зеленым камнем. Прошли годы, я путешествовал от одного алхимика к другому, и в итоге оказался в руках этого гротескного лысеющего волшебника. Заглавная буква «Я». Понимаю, это должно вас расстроить. Заглавная буква «Я». Знаю, что это, должно быть, тяжело для вас, как смурфи. Но я умоляю вас довериться нам, я никогда не буду. Снова оставлю свою судьбу в руках другого. Я впервые обладаю такой силой, я так близок к достижению своей цели, я не собираюсь рисковать всем. Теперь давай закончим этот разговор, ты так слишком много знаешь обо мне, у меня нет другого выбора, кроме как остановить тебя. Готовься, маленький смурф, у бороды папы смурфа, какой полный эй. Мозговик, ты в порядке, смурфи, хорошо, я никогда не был так рад видеть. Не говори слишком рано, посмотри, что ждет. На свое имя Смурфа, что здесь произошло? Я оставил один пустынный ландшафт, чтобы попасть в другой, после твоей битвы. Со столами он телепортировался и смурфил. Прямо посреди хаба он поговорил с нами, смурфами, сначала сказав, что он ничего не имеет против нам и что ему жаль, что папа смурф пытался с ним поговорить, но он не слушал, а затем, как только он снова увидел Гаргамеля, он разозлил Смурфи и начал свой последний ритуал после того, что мне открыл Стоас. Я не могу его винить, но где Смурфики? Здравствуйте, мы здесь, мозг, не волнуйся, все в порядке, мне просто немного нехорошо, у нас действительно мало времени, если Стус сможет завершить свой ритуал, он полностью уничтожит хаб и нас с помощью этого, да, и насколько я вижу, это уже идет полным ходом. Иди отдыхай, мозги, ты это заслужил, я возьму на себя управление сейчас. Ты уверен, что я все еще могу бороться? Нет, это мое дело. Исправить то, что я начал, я настаиваю, как это возможно, как посмел такой маленький человек, сделай это сейчас, активируй камень плена. Нет, умоляю тебя, пожалуйста, не надо, чего ты ждешь, несчастный смурф? Поторопись, ты действительно думаешь, что я снова заключу его в тюрьму после всех этих лет? Нет, Гаргамель, мы не такие, как ты. Стас, послушай меня, я обещаю, мы отпустим тебя, держись крепче, это может стать немного неровным. Нет. Музыка. Стоп, хорошо вернуться на Solid Ground, быстро поторопитесь, нам нужно смурфить. Отсюда не думай, что ты сбежишь, ты несчастный, смотри. Эй, Карл, как насчет того, чтобы поменяться ролями, тебе за это платит. Задача была долгой и сложной, но наконец все наши смурфики в восторге и снова сбегают от несчастного мага, оставив его в ярости. Ярости на земле, захваченном ужасной заразой, мы очистились с участием смурфов, затем в деревню, мы все вернулись счастливые, зная, что прощение мы заслужили время, чтобы подготовиться к большому празднику и почтить наши дела и новые
освобождению, но сначала нам нужно найти нового друга. И нам, Смурфикам, предстоит многое. Открыть, так что, по-твоему, Стеллас, тебе понравилось мое лакомство? Плюс, да, это было не так уж плохо, не так уж плохо. Это не очень вежливо, привет. Эй, ты, скоро начнется вечеринка. Музыка. Запятая. Музыка, музыка. Запятая. Музыка. Для. Музыка. 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 Для.
Музыка. Садитесь. Поудобнее, чудесно, приготовьтесь и держите своих смурфиков открытыми, приключение вот-вот начнется, позвольте мне рассказать вам любопытную историю о волшебном зеленом камне и его использовании в качестве тюрьмы, но сначала позвольте мне представить ту, которую мы действительно должны упомянуть, о нашей любимой герой под рукой его новое великолепное изобретение, чтобы вся деревня могла веселиться без боли в руках. Это чудесная машина способна выпекать с помощью новой смеси смурфа. Рецепты. Детская игра в глазах смурфа. Прекрасные пирожные в пути. Сладкие угощения для поддона такой нуждающейся, включая тягу нашего друга. Жадный. Но смесь смурфа, кажется, нуждается в ремонте. Он делает не пирожные, а маленький микроир, и он в лаборатории крадется. О, посмотри за спиной папы смурфа, он достает книгу заклинаний, чтобы решить свою проблему. Он находит одну ответ. Один, он может создать что угодно из волшебного зеленого камня, но что-то не так. Ценный предмет улетел, это камень в руках худшего волшебника, которого когда-либо знал мир, боясь, что он так удобен, и пара друзей быстро незаметно отправляется к врагу. Наши бедные смурфики не знают о грядущей опасности, пока они ищут камень и дом врага. И кто сказал, что вы можете смурфить здесь? Я говорю папе Смурфу, что никто не заставляет вас шпионить за нами или следовать за нами. Мозги, хватит ссориться, давай быстро, давай разделимся и смурфируем зеленый камень. О, я надеюсь, мы найдем много вкусного. Окей, небольшого постукивания молотком должно быть достаточно. Упс, возможно, я слишком сильно смурфил. Когда папа Смурф услышал, что ты был здесь, перестань быть смурф радость. Эй, смотрите, я нашел яблоко, но оно не зеленое, это нормально. Эй, ребята, я думаю, у нас проблема, наконец-то немного света, я не могу ничего здесь смурфить, что все это здесь такое рваное. Ох, еще крысы, вы приутили, я не поймал Азраила, быстро нам пора уходить, а теперь вау, смотри, куча фейерверков, что здесь происходит, надоедливые оскорбления, это ты снова, Израиль, поймай. Их. О, привет, мы смурфики, хватит Линк. Ади остроумие, давай, идиот, что ты? Натворил, нет, вернись, имя смурфа. Что это было от меня, Элапзис из З?
And. Презренная маленькая синяя ферма, ты понятия не имеешь, что ты сделал, извини, это так плохо, как кажется, конечно, я использовал зеленый камень в своих экспериментах по алхимии, результаты были очень удивительны. О, я отделил материал от объекта, а затем собрал его заново сразу после того, как даже превратил цветок в своего рода скользкую лужу, но какой смысл делиться своими драгоценными знаниями с группой рекламных блогов? Ну да ладно, это все очень обнадеживает. Хм, означает ли это, что это существо было внутри него? Нет, вы глупые идиоты, поэтому я боюсь худшего, если оно будет иметь те же силы, что и камень. Но я не знаю, кто это был, у меня не было времени на смурфинг. Согласно древней легенде, существа, которые смурфируют из магических предметов, редко бывают дружелюбны. Я согласен со Штормом, мы должны спросить папу Смурфа, и быстро, а нет, мы не можем себе представить, как он будет ругать меня, когда услышит обо всем этом. Но мы не можем просто служить. На этот раз приготовь всех смурфиков на блюде, мне все равно. Ситуация меня так беспокоит, что ты меня меньше всего беспокоишь. Если бы папа Смурф был здесь, он бы нас смурфировал. Что делать? Возможно, у меня есть идея. Создать союз. Союз замечательный. Мы все будем друзьями. Об этом не может быть и речи. Гаргамель, ты великий алхимик, а я тем временем собираюсь приложить все свои усилия к улучшению Сморфа у Майкс. Что, почему вы все так на меня смурфите? У вас есть идея получше? Нет, нет, но я должен сказать, что мне это не очень нравится, Эйч. Если существо смогло покинуть камень, оно должно быть в состоянии вернуться обратно. Ну и что, если ему не нравится там находиться? Эй, нам, вероятно, следует сначала спросить его. Нам нужно его найти, а затем мы сможем попытаться провести дружескую беседу. Он телепортировался через этот портал. Ты должен иметь возможность следовать за ним. Я слишком большой, чтобы подходит. Ты просто напуган здесь. Ты можешь узнать что-то там, в деревне, и не слова и остальным. Гарл может меня услышать. Привет, Шторм, ты слышишь нас громко, и Смурф. Звуковое кино со смурфиками работает отлично. О, так что же происходило через портал? Как Смурф? Это смешно, я позвоню тебе, если увижу что-нибудь странное. Привет, Хаб. По всему лесу появились какие-то кристаллы, такие как мой зеленый камень. Нет, на самом деле они одного цвета, но гораздо больше. У них тоже есть эти черные пятна внизу. Привет, можешь ли ты меня смурфить? Я вижу хижину в очень плохом состоянии. Крыша вся обрушена, будьте осторожны. Внутри хижины, затерянной в лесу, с поврежденной крышей могут быть люди, тогда это, должно быть, старый, сожженный дом Форка, он фермер. Я достаю свои тыквы с Хэллоуина, я смурф тыквенный суп, ням. Ты шутишь, эти тыквы все заплесневевшие. И все это бэй, жалуюсь, это напоминает мне кого-то, но кто это может быть? Что ты пытаешься сказать в глаза? Эй, сейчас не время смурфить вверх, я подхожу к хижине, мы увидим. Привет, Шторм, что за смурф мы? Думали, мы слышали, как вы кричите, я в порядке, ребята. Но земля рухнула у меня под ногами, и я упал далеко. Что вы видите? Вокруг вас есть река и немного воды, я мог бы использовать их, чтобы ходить по воде. Здравствуйте, ребята. Стус прямо передо мной. Отлично, поговорите с ним. Возможно, он не так уж и плох. Опять же, не нужно шептаться. Я слышу, как вы разговариваете со своими фанатами. Ох, ох, извини, меня зовут Шторм. У нас не было времени представиться. В любом случае, я должен сказать, что ты не облегчил мне задачу. Почему я должен быть с тобой вежлив? Ты все равно. Ты только хочешь, чтобы использовать меня. Используй тебя. Нет, ты не прав. Я просто хочу с тобой поболтать. Например, можешь ли ты смурфить меня? Что ты ищешь? Что я ищу? Я хочу навсегда освободиться от зеленого камня. Вот что я ищу, ха. Но, может быть, мы могли бы помочь тебе. Помоги мне. Это новый. Я полагаю, ты хочешь помочь мне, только объединившись с этим злым алхимиком. Так что у меня нет времени на болтовню, а ты даже не стоишь. Бой, подожди,
Ты ошибаешься, мы не объединились с ним, ну, вроде как. Но это не то, что ты думаешь, ну. Тишина, повеселитесь с моим творением. Еще одна версия меня, которая, надеюсь, преподаст вам урок, а нет, катастрофа со смурфами. Эй, ребята, можно ты слышишь меня? О, все, идет не так. А Шторм, я рад видеть тебя снова. Хотя я бы предпочел, чтобы все было в более счастливых обстоятельствах. Это была моя вина, папа Смурф, не вини Шторм. Неважно, что сделано, то сделано, у нас есть дела поважнее. Расскажи мне об этом, так что избавь меня от извинений. Давай разберемся с этим проклятым существом. А, оно все еще на свободе, это существо. Зовут Стус, и я готов поспорить, что это ты раздражал его со всеми своими смурфиками. О, мы снова идем, это все моя вина, давай, давай. Сконцентрируемся, пока ты был в лесу. Гаргамелия Смурф, некоторые исследования показали, что он хотел освободиться от оков зеленых камней, что казалось нам странным, потому что казалось, что он только что сбежал от него. Но нам нужно думать об этом, как о Джинне, смурфирующем из своей лампы, даже если он снаружи. Его как будто невидимая цепь привязывает к нему, поймите. Не нужно быть гением, чтобы понять, что этот зеленый камень, это камень из плена, и существо все еще привязано к нему. О, мы можем сделать новое из фрагментов, которые я собрал в лаборатории, и магических веществ, которые вы распылили на существо в лесу, когда вы разбили эти странные кристаллы, а затем мы сможем посмотреть это, навсегда возместить ущерб, который он причинил, и вернуться к нашей собственной жизни. Совершенно верно, я уверен, что есть другое решение. Нет, нет, нам действительно нужно услышать мнение каждого смурфа, мы должны действовать, это существо уничтожает все на своем пути. Успокойся, нам нужно подготовиться к тому, что будет дальше, нам нужно смурфить порталы, которые нас открыли, мы также должны возместить ущерб, который он причинил, и снова смурфить эту волшебную сущность. Ты можешь рассчитывать на нас, папа Смурф. Со смесью Смурфа, мы определенно готовы для работы. Приятно снять его время от времени. Эй, Шторм, можешь одолжить мне штуку Смурфа? Я тоже хочу ее смурфить, если хочешь. Да, но не нажимай на кнопки. Это просто как... игрушка. Привет, ребята, я вижу несколько мин. Зеленый свет, эй, я уверен, Столас пришел, это, ну, то есть, если свет был зеленым для него, слишком вовремя, ты должен немедленно вернуться в Хав, нет, я не люблю Гаргамеля, ты можешь смурфить нас. Громкий смурф, я не думаю, что он сможет нас смурфить, нажать кнопку на звуковом кино смурфе, когда ты смурфишь. Конечно, я слышу их, о чем мы смурфируем. О, ему лучше быть осторожным, стой, должны быть рядом. О, я понял, ты притворяешься, что ты меня не слышишь. Мы тебя прекрасно слышим, и сейчас не время играть, оглянись вокруг. И как только ты увидишь одного, прыгай и возвращайся к нам, но найди портал, в который можно прыгнуть. Да, ладно, смурфи ты, нажми кнопку на звуковом кино смурфе, когда ты смурфишь. Привет, ах, не кричи, мы тебя хорошо слышим, ты имеешь в виду, что он наконец-то придумал, как использовать разговор с Смурфи, но, очевидно, это игра с Смурфи, я вижу два пути, и я не знаю, какой из них выбрать, можешь ли ты описать нам два пути, направо путь ведет к темной расщелине, которая очень плохо пахнет, налево, там мирно и красиво, как он не знает, было ли это умный шпор, его бы назвали умным. Правильно, возьми тот, что слева. Да, он выглядит более мирным, это правильно. Определенно не иди направо, почему? Я не могу пойти направо, но, потому что это выглядит более страшно, не так ли? Знак вопроса, чтобы сделать это сложное дело своими руками, иди по хорошему пути, найди портал и вернись сюда. Мне здесь в любом случае веселее, чем в доме Гаргамеля. Так что я иду направо. О, вот ты снова, здравствуй. Еще один, что ты делаешь, вот ты.
Маленький коротышка, ты пришел шпионить за мной, Нет, я просто пришел немного развлечься. Ты хочешь поиграть со мной? Я выгляжу так, будто мне весело. Я могу научить тебя, если хочешь. Это будет смурфластично. Нет, никто меня не учит. Я не хочу иметь ничего общего с людьми. Я не человек, я смурф. А как? Насчет тебя я в порядке. Я не знаю. Ой, магазин оставил тебя здесь, что? Нет, я был заточен внутри этого проклятого зеленого камня. О, это совсем нехорошо. Эй, ты не хочешь помочь мне вернуться домой? Я познакомлю тебя со всеми остальными. О, они очень милые, но, за исключением тех случаев, когда они притворяются, что не слышат меня, я не знаю. Скажи да, возможно, ты хотел бы быть смурфом, как и мы, смурфы. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Окей, это потому, что я говорю о смурфе. О, это легко, ты просто смурф, смурф, а не ну и что угодно ты хочешь. Смурфить? Нет, ты пытаешься меня обмануть. Что да, если хочешь, ты можешь быть дураком. Смурфом я не думаю, что он существует. Я спокойно, ах, молчи, я вижу через твою игру, ты пытаешься поймать меня в ловушку, чтобы смягчить меня, но это не сработает. Готовься к битве, но лавина больше не сходит лавиной. Хорошо, это последнее, о чем стоит беспокоиться. Теперь у тебя есть шанс смурфить еще один портал. Должен быть тот, который вернет тебя в дом Гаргамеля. Не так ли? Надо вернуться? Я еще даже не сделал снежного смурфа. Сейчас действительно не время. Да ладно, всегда есть время для веселья, если ты не завидуешь. Эй, я был в горах. Можем ли мы вернуться? О, можем ли мы вернуться? Посмотрим, но на данный момент не. Двигайся ни на дюйм, тупо, и положи микс смурфа. Ты действительно не смурфи. Ладно, пока. Гаргамель наверху, давай поговорим о нашем плане. У меня есть идея. Давай найдем столы и станем друзьями. Да, это идея, которая у нас была с самого начала. Мы пытались смурфить тебя, пока ты бродил по горе. Мы собираемся использовать всю силу магической сущности, полученной из столы, кристаллов, и перенаправить их на него. Другими словами, мы собираемся использовать его силы против него, начиная с того, что Гаргамель смурфировал зеленый камень, он же Эстус, он же все эти большие проблемы. Гаргамель хотел разделить материалы на отдельные объекты, поэтому мы думаем, что можно отделить столу от его сил, и это разорвет магическую связь к зеленому камню. Я согласен с этой гипотезой, но мы не уверены, что это смурф. Что нам терять? У нас мало времени, давай попробуем. Ты прав, мы должны быть осторожны. Гаргамель должен, мы не узнаем наши истинные намерения, иначе план My Smurf. Пора действовать. Давайте найдем Стуса и попытаемся убедить его, что мы не хотим ему зла. Я добровольно выберу папу Смурфа. Я пойду со Смурфом в качестве самого себя. Я смогу убедить, чтобы он прекратил делать все эти вещи. Вы уверены, что позволите мне напомнить вам о моих приключениях против Лив? Я не новичок в приключениях, и не забывайте, что мой мозг смурфтастический актив, когда дело доходит до непредсказуемого. Почему бы и нет, если Диви вернулся невредимым? Тогда ох нет, что за смурфская катастрофа? Привет, ребята, у меня плохие новости. Рай смурфов был полностью разрушен лавой, что уничтожило мою лаву. Да, вулкан поблизости, должно быть, извергся, но я думал, что он дремал веками. Думаю, что я смурфировал это место своими руками. Мы поможем тебе все это восстановить. А пока продолжай мозговить, продолжай. Столос, слушай меня, не важно, куда я иду, ты всегда следуешь за мной. Пожалуйста, я просто хочу поговорить. Окей, я могу хотя бы дать ты, что после того, как ты приложил столько усилий, чтобы попасть сюда, я слушаю. Я знаю, что ситуация довольно сложная и запутанная, но не обращай внимания на видимость. Только потому, что мы объединились с Гарлом, это не значит,
что мы согласны с его идеей, у нас нет ничего общего, особенно когда дело доходит до дегустации одежды, еды, жестокости. И что ты сказал? Я знал, что ты злодейский маленький лжец, ты заплатишь за это, не думай, что сможешь, он такой шутливый, ну да ладно лучше. Выключи это, слушай, мы, смурфики, хотим смурфить тебя. Свободу, если ты этого хочешь, но сначала тебе нужно перестать разрушать все, что не является способом получить то, что выбора. Я не могу не доверяя существам, которым снова нужны мои силы. Я не могу себе представить, почему вы пришли к таким выводам, но у меня есть время, и я рад выслушать вас и помочь вам, откуда вы родом. Мы могли бы попытаться найти ваш оригинал мир, который, я представляю, тебя должны ждать люди. Насколько хорошо ты знаешь мир вокруг себя, чтобы прийти к таким оптимистическим выводам? Найди мир, из которого я родом, у меня его нет. Я был создан много лет назад алхимиком, я, что они называют гумулюс. Я не человек и не смурф, мое существование сводилось исключительно к служению этим алхимикам. Пока я рос и узнавал больше, мое восхищение сменилось страхом, а затем отвращением, поэтому я был заточен в этом камне плена, который вы называете зеленым камнем. Прошли годы, я путешествовал от одного алхимика к другому и оказался в руках этого гротескного лысеющего волшебника. Заглавная буква «Я». Понимаю, это, должно быть, тебя расстраивает. Заглавная буква «Я». Знаю, что тебе, наверное, тяжело, смурфи. Но я умоляю тебя довериться нам. Я никогда больше не оставлю свой судьба в руках другого. Впервые я обладаю такой властью. Я так близок к достижению своей цели. Я не собираюсь рисковать всем. Давайте закончим этот разговор. Вы так слишком много знаете обо мне. У меня нет выбор, но остановить тебя сейчас. Готовься. Немного шлепаешь по бороде папы Смурфа. Какая осень. Эй, мозговик, ты в порядке, Смурф? Очень хорошо, я никогда не был так рад видеть тебя. Не говори слишком рано, посмотри, что ждет. Назови имя Смурфа. Что здесь произошло? Я покинул один пустынный ландшафт, чтобы попасть в другой колодец после твоего боя со столами. Он телепортировался и смурфил прямо посреди их убеля. Он поговорил с нами, смурфами, сначала сказав, что он ничего не имеет против нас и что он было жаль, что папа Смурф пытался с ним поговорить, но он не слушал, а затем, как только он снова увидел Гаргамеля, он разозлил Смурфи и начал свой последний ритуал после того, что открыл мне Стоэс. Я не могу его винить, но где же смурфики? Здравствуйте, мы здесь, умники, не волнуйтесь. Все в порядке, меня просто немного тошнит. У нас действительно мало времени, если Стус сможет завершить свой ритуал, он полностью уничтожит Хаб и нас вместе с ним, да и судя по тому, что я вижу, это уже идет полным ходом. Иди отдыхай, мозги, ты это заслужил, я возьму на себя управление сейчас. Ты уверен, что я все еще могу сражаться? Нет, это мое дело. Исправить то, что я начал, я настаиваю. Как это возможно? Как смеешь такое? Маленькое существо, теперь активируй камень плена. Нет, умоляю тебя, пожалуйста, не делай этого. Чего ты ждешь, несчастный Смурф? Поторопись, ты действительно думаешь, что я снова заключу его в тюрьму после всех этих лет? Нет, Гаргамель, мы не такие, как ты, Столас. Послушай меня, я обещаю, что мы отпустим тебя, держись крепче, это может стать немного ухабистым. Нет. Музыка. Стоп, хорошо вернуться на Solid Ground. Быстро поторопитесь, нам нужно убираться отсюда. Не думаю, что вы ошибка, ты несчастный СС. Эй, Карамель, как насчет того, чтобы поменяться бросками? Ах, ты заплатишь за это. Задача была долгой и сложной, но, наконец,
все наши смурфики в восторге и снова сбегают от несчастного мага, оставив его в пене от ярости. Ярости на захваченной земле от ужасного заражения мы очистились с участием смурфов, затем в деревню мы все вернулись счастливые от того, что прощение мы заслужили время, чтобы подготовиться к большому празднику и почтить наши дела и новые освобождение, но сначала у нас есть новый друг. Чтобы раскрыть и сделать это, нам, смурфикам, предстоит многое. Открыть, так что, по-твоему, столы, тебе понравился мой лакомый? Плюс, да, это было не так уж плохо, не так уж плохо, это не очень вежливо, и ты идешь, вечеринка начинается. Усаживайтесь поудобнее, чудесно, приготовьтесь и держите своих смурфиков рядом, приключение вот-вот начнется. Позвольте мне рассказать вам любопытную историю о волшебном зеленом камне и его использовании в качестве тюрьмы, но сначала позвольте мне представить ту, которую мы действительно должны упомянуть, а наш любимый герой, под рукой его новое великолепное изобретение, чтобы вся деревня могла веселиться без боли в руках. Эта чудесная машина способна выпекать с помощью новой смеси смурфа, рецепты смурфа, глаза, детская игра, прекрасные пирожные в пути, нуждается в газировке, включая пристрастие нашего друга. Жадный, но смесь смурфа, кажется, нуждается в ремонте. Он делает не торты, а маленькие микро эклеры, и он крадется в лабораторию. О, посмотри за спиной папы смурфа, он достает книгу заклинаний, чтобы решить свою проблему, в которой он находит только один ответ. Он может создать что угодно из магнитного зеленого камня, но смотри, катастрофа, ценный предмет улетел, это камень в руках худшего волшебника, которого когда-либо знал мир, боясь, что он так удобен, и пара друзей быстро незаметно отправляется к врагуху. Наши бедные смурфики не знают о грядущей опасности, когда они ищут камень в доме врага. И кто сказал, что вы можете смурфить здесь? Я говорю папе Смурфу, что никто не заставляет вас шпионить за нами или следовать за нами. Мозги, хватит ссориться, давай быстро, давай разделимся и смурфируем зеленый камень яблока. О, я надеюсь, мы найдем много вкусного. Окей, небольшого постукивания молотком должно быть достаточно. Упс, возможно, я слишком сильно смурфил. Когда папа Смурф услышал, что ты был здесь, Гринни, перестань быть смурфом, радость. Эй, я нашел яблоко, но оно не зеленое, это нормально. Эй, ребята, я думаю, у нас проблема, наконец-то немного света, я не могу ничего здесь шмурить. Тогда что? Здесь все такое рваное, ох, еще крысы, которых ты не поймал, Азраил, быстро нам пора уходить, а теперь вау, смотри, куча фейерверков, что здесь происходит, надоедливая ругань, это ты снова, Асра, поймай их. О, привет, мы смурфики, хватит играть про него, да ладно, идиоты. Что вы
Наделали нет, верни свое имя Смурфа. Что это было от меня, Эллапзиса из Зе? Энд, презренная маленькая синяя ферма, ты понятия не имеешь, что ты сделал, извини. Это так плохо, как кажется, конечно, я использовал зеленый камень в своей алхимии. Эксперименты и результаты были очень неожиданными. О, я отделил материал от объекта, а затем собрал его. Снова сразу после того, как я даже превратил цветок в нечто вроде слизистой весла, но какой смысл делиться своими драгоценными знаниями с группой рекламных блогов? Ну, это все очень обнадеживает. Подождите, значит ли это, что это существо было внутри него? Нет, вы глупые идиоты. Поэтому я боюсь худшего, если оно будет иметь те же силы, что и камень. Но я не знаю, кто это был. У меня не было времени к Смурфу. Согласно древним легендам, существа, которые Смурфы из магических предметов, редко бывают дружелюбны. Я согласен с Штормом. Нам следует спросить папу Смурфа. И быстро, а нет, мы не можем себе представить, как он будет ругать меня, когда услышит обо всем этом. Но мы не могу хоть раз подать всех Смурфиков Гаргамелю на блюде. Меня не волнует ситуация, меня так беспокоит, что ты меньше всего меня беспокоишь. Если бы папа Смурф был здесь, он Смурф нас, что делать? Я мог бы. Есть идея, как исправить нашу, я имею в виду свою, ошибку. Мы могли бы создать союз. Союз отличный, мы все будем друзьями. Не может быть и речи, Гаргамель, ты великий алхимик, а я тем временем собираюсь приложить все свои усилия к совершенствованию смеси Смурфа. Почему вы все так на меня смурфите? У вас есть идея получше? Нет, нет, но я должен сказать, что мне это не очень нравится, Эйч. Если существо смогло покинуть камень, оно должно быть способно уйти обратно. А что, если ему не нравится там находиться? Эй, нам, вероятно, следует сначала спросить его. Нам нужно его найти, а затем мы сможем попытаться провести дружескую беседу. Хм, он телепортировался через этот портал. Ты сможешь следовать за ним? Я слишком большой, чтобы поместиться. Ты просто напуган здесь. Ты можешь чему-то научиться там, в деревне, и не слова остальным. Гаргамель может услышать меня. Привет, Шторм, ты слышишь нас громко? И Смурф, разговоры со смурфиками работают отлично. О, так что же происходило? Как Смурф-тестик, я позвоню тебе, если увижу что-нибудь странное. Привет, Хаб, по всему лесу появились какие-то кристаллы, такие как мой зеленый камень. Нет, на самом деле они одного цвета, но гораздо больше, у них есть эти черные пятна. На, тоже снизу. Здравствуйте, можете ли вы смурфить меня? Я вижу хижину в очень плохом состоянии, крыша вся обрушена, будьте осторожны. Внутри хижины, затерянной в лесу, с поврежденной крышей могут быть люди, тогда это, должно быть, старый, сожженный дом Форка, он фермер. Я возьми мои тыквы на Хэллоуин. О, я Смурф, тыквенный суп, ням. Ты шутишь. Эти тыквы все заплесневевшие, и все, что он делает, это Ви жалуется, что это напоминает мне кого-то. Но кто это может быть? Что ты пытаешься сказать за глаза? Эй, сейчас не топора все смурфить. Я подхожу к хижине, и мы посмотрим. Привет, Шторм, что там смурфили? Мы думали, мы слышали ваши крики. Я в порядке, ребята, но земля рухнула у меня под ногами, и я упал далеко. Что вы делаете? Вижу вокруг тебя река и немного воды. Я мог бы использовать их, чтобы ходить по воде. Здравствуйте, ребята. Стус прямо передо мной. Отлично, поговорите с ним. Возможно, он не так уж и плох. Вы снова не нужно шептать. Я слышу, как вы говорите, разговариваю с твоими фанатами. Ох, извини меня, меня зовут Шторм. У нас не было времени представиться. В любом случае, я должен сказать, что ты не облегчил мне задачу. Почему я должен быть с тобой вежлив? Ты все равно ты хочешь только использовать меня, использовать тебя. Нет, ты не прав. Я просто хочу с тобой поболтать. Например, можешь ли ты смурфить меня? Что ты ищешь? Что я ищу? Я хочу освободиться от зеленый камень во благо. Это то,
Что я ищу Эйчну? Может быть, мы могли бы помочь. Тебе помочь? Мне? Это новый камень. Я полагаю, ты хочешь помочь мне, только объединившись с этим злым алхимиком, так что у меня нет времени. Болтать о тебе даже не стоит. Сражаться? Подожди, ты ошибаешься. Мы не объединились с ним, но у нас вроде есть. Но это не то, что ты думаешь. Но тишина, развлекайся с моим творением. Еще одна версия меня, которая, надеюсь, преподаст тебе урока. Нет, смурфтострофа. Эй, ребята, вы меня слышите? О, все идет не так. О, шторм, я рад видеть вас снова. Хотя я бы не предпочел, чтобы это было в более счастливых обстоятельствах. Это была моя вина. Папа Смурф, не надо не вини шторм. Неважно, что сделано, то сделано. У нас есть более срочные дела, скажи мне об этом. Так что избавь меня от извинений. Давай разберемся с этим проклятым существом. И оно все еще на свободе. Это существо зовут Стус. И я уверен, что ты был тот, кто раздражал его всеми своими смурфиками. О, вот и снова. Это все моя вина. Давай сконцентрируемся. Пока ты был в лесу Гаргамели, и я, Смурф, некоторые исследования показали, что он хотел освободиться от оков зеленых камней, которые казались для нас это было странно, потому что казалось, что он только что сбежал оттуда. Но нам нужно думать об этом как о Джинне, смурфирующем из своей лампы, даже если он снаружи, это как будто невидимая цепь, привязывающая его к ней. Поймите, не нужно быть гениально понять, что этот зеленый камень, это камень плена, и существо все еще привязано к нему. О, мы можем сделать новый из фрагментов, которые я собрал в лаборатории, и магических веществ, которые вы распылили на существо в лесу, когда вы разбили эти странные кристаллы. Ах, и тогда мы сможем искать его вечно, возместить причиненные им ущерб и вернуться к нашей собственной жизни. Совершенно верно, я уверен, что есть другое решение. Нет, его нет. Нам действительно нужно услышать мнение каждого смурфа, которое у нас есть, чтобы действовать. Это существо уничтожает все на своем пути. Успокойся, нам нужно подготовиться к тому, что будет дальше. Нам нужно смурфить порталы, которые нам открылись. Мы также должны возместить нанесенный им ущерб и снова смурфить эту волшебную сущность. Ты можешь рассчитывать на нас, папа Смурф. С миксом Смурфа мы определенно готовы к работе. Приятно снять его сейчас, а потом, эй, Шторм, можешь одолжить мне штуку Смурфа? Я тоже хочу ее смурфить, если хочешь. Да, но не нажимай на кнопки, это просто как игрушка. Здравствуйте, ребята, я вижу несколько мин. Зеленый свет, эй, я уверен, Стоис пришел, но, то есть, если свет был зеленым для него слишком рано, вы должны немедленно вернуться в Хав. Мне не нравится Гаргамель. Может, ты смурфишь нас, тупой, громко и смурфишь? Я не думаю, что он сможет смурфить нас. Нажми кнопку во время разговора о смурфиках, когда ты смурфишь. Конечно, я слышу их. О чем мы смурфируем? О, ему лучше быть осторожным. Должно быть, стой с поблизости. О, я понимаю, ты притворяешься, что не слышишь меня. Мы тебя прекрасно слышим, и сейчас не время играть. Оглянись вокруг, и как только увидишь одного, прыгай и возвращайся к нам. Найди портал, чтобы прыгнуть в да, окей, смурфит. Нажмите кнопку в разговоре смурфиков, когда вы говорите с мурфиками, когда вы говорите с мурфиками. Привет, ах, не кричи, мы тебя прекрасно слышим. Ты имеешь в виду, что он наконец-то придумал, как использовать разговор смурфиков? Ну, очевидно, это пьеса смурфиков. Я вижу два пути, и я не знаю, какой из них выбрать. Можешь ли ты описать нам два пути? Направо путь ведет к темной расщелине, которая очень плохо пахнет, а налево там мирно и красиво. Как он этого не делает, хорошо знаю. Если бы это была умная шпора, его бы называли умной шпорой. Направо, возьми тот, что слева, Тим. Он выглядит более мирным, это правильно. Определенно не иди направо. Эй, почему? Я не могу пойти направо, но, потому что это выглядит страшнее, не правда ли? Не усложняйте эту сложную работу своими руками. Идите по красивой тропе, найдите порталы, вернитесь сюда.
Мне здесь, в любом случае веселее, чем в доме Гаргамеля, так что я пойду. Направо, ох, вот ты снова, здравствуй. Еще один, что ты здесь делаешь? Беги, ты пришел шпионить за мной, Нет, я просто пришел немного развлечься. Ты хочешь поиграть со мной? Я выгляжу так, будто развлекаюсь. Я могу научить тебя, если хочешь. Это будет смурфастично. Никто меня не учит. Я не хочу иметь ничего общего с людьми. Я не человек, я смурф, а ты, я в порядке. Я не хочу, знай, ты. Оставил тебя здесь, что нет, я был заточен внутри этого проклятого зеленого камня, это совсем неприятно, ты не хочешь помочь мне вернуться домой, я познакомлю тебя со всеми остальными, они очень милые, но за исключением тех случаев, когда они делают вид, что не слышат меня, я не знаю, скажи да, возможно, ты хотел бы быть смурфом, как и мы, смурфы, я понятия не имею, о чем ты говоришь, окей, это потому, что я говорю о смурфе, это легко, ты просто смурф вместо ну, что хочешь. Смурфиш, нет, ты пытаешься меня обмануть. Я уверен в этом, да, если хочешь, ты можешь быть дураком смурфом, я не думаю, что он существует. Потише, я вижу сквозь твою игру, что ты пытаешься поймать меня в ловушку, чтобы смягчить меня, но это не сработает, готовься к битве, но лавина больше не сходит лавиной, хорошо, что на одну вещь меньше, о чем стоит беспокоиться, теперь у тебя есть шанс, смурф, еще один портал, должен быть тот, который вернет тебя обратно в дом Гаргамеля, мне нужно вернуться, я даже снега не сделал, смурф, но сейчас действительно не время. Но всегда есть время для веселья, если ты не ревнуешь. Я был в горах, он. Может, мы вернемся, можем мы вернуться. Посмотрим, но на данный